Готовимся к Новому году! И мы с большим удовольствием приветствуем вас, помимо того, что на любимом телеканале Шопен Шоу, так еще и с новым главным предложением этого дня. Напомню, что предыдущий э, товар дня был распродан за два эфира. Появляется новый максимальной длины пальто. Утепление до минус 25 градусов, а то и до минус 30 евро синтепон. Посмотрите, какое сияние глянца материала, при этом не промокает, не продувает. Молния функциональная, у нас идет реверсивная, закрывается дополнительным клапаном. Плюс ко всему, у нас есть встроенные манжеты в рукавах, эластичные, благодаря которым ветер тоже не продует. Глубокий капюшон тоже на утеплении. Шеврон в виде вот такой невероятной корол королевской короны, да, хочется сказать. Может быть, чуть-чуть масло масляное, но тем не менее, это как геральдика. Выглядит это просто невероятно красиво здорово умопомрачительное предложение внимание за цену только сегодня 4999 рублей если сразу оплатить банковской картой еще 5 процентов скидка сразу хочу посоветовать брать на размер побольше потому что уже начинаются заказы поэтому я чуть раньше озвучил как выбираем размер на размер побольше советую взять вот это бежевый цвет uh, у меня ну наверное ассоциируется с каким-то жемчужным отливом таким очень интересным далее идет голубой при заказе по факту темно синий с пепельным подтоном следующий оттенок серый. И, кстати, видите, во всех предложениях, во всех модификациях контрастная вставка в капюшоне по цвету. И вот этот черный, который я брал на анонс к Анжелике Мартыненко. Ну вот смотрите, серый и черный вместе, да, но отличия видны все равно, да. При этом в каждом цвете остается вот это сияние и блеск глянца. Но самое главное, мне кажется, здесь в том, что максимальная длина, почти 120 сантиметров. Да, синоптики обещают, что во всех регионах, во всех городах России будет очень холодная, даже сказать, аномально холодная зима. Поэтому самое время утепляться, чтобы, не дай бог, не замерзнуть, но в то же время не выглядеть, как, ну, говорит один мой знакомый, сидит дед, вас что шуб одет, да? Вот чтобы изысканность, женственность, нежность, сексуальность сохранялась даже в такой теплой одежде. От 48 до 58 -го. размер в размер советует производитель. Мы же советуем брать даже на размер побольше, ну, как часто Делают, приобретая верхнюю одежду. Ведь в какой-то момент вы захотите утеплиться еще сильнее, и надеть на плотный какой-то э, свитер, жакет, кардиган, либо жилет. Поэтому лучше на размер побольше. Вот смотрите, у Ксюши 50 размер в жизни, на ней 52-го да, размера. Вот у Анечки 54 размер, и на ней 54 размера. Но ну, вот Аня сама сказала: вроде бы неплохо, но хочется чуть-чуть больше свободы. Поэтому мы и советуем. На размер побольше. Точные цифры нужны и важны. Итак, в 54-м размере длина рукава у нас идет. Быстро замеряю, потому что уже разлетается, уже более 60 э -э, пальто э -э, Фрэнсис заказано. Итак, длина 63 и вот сразу показываю тот самый эластичный манжет, который не даст возможности продувать сильному ветру. Теперь, Анечка, давай по спинке от плеча до плеча. Замеряем. И у нас получается, напомню, на Ане 54 размер. Ширина по плечам почти 51 сантиметр. Вот смотрите, вот, надеюсь, видно, да? 51 сантиметр. Показали. Теперь длина. Ну, как я и говорил, максимальная длина. Вау! Какая красота! Ну, 118, почти 119 сантиметров. У нас крайне редко бывают максимальной длины верхней одежды. Такие предложения. Ну и, конечно, обхват. Ну как же? мы как будто в какой-то рекламе с тобой, знаешь, вот и встретились, вот и встр... на катке, может быть. Итак, а, кстати, на катке тоже в этом пальто будет удобно, 121 сантиметр. Смотрите, это полный обхват в 54 размере. Как здорово, когда функциональная молния закрывается на дополнительный клапан на а, кнопках, потому что даже самый сильный ураганный ветер не сможет продувать, так же, как за счет манжетов. Плюс ко всему, смотрите, у нас функциональные карманы справа и слева на молниях, и что Приятно, они достаточно глубокие. Вот, то есть, смотрите, вся моя рука не то что помещается, она утопает. Но это же как здорово! Можно сумочку с собой не брать, застегнули и все. При этом, помимо того, что у нас реверсивная молния, вот она, пожалуйста, да, дополнительная свобода при ходьбе. Может быть, на коньках будете на катке кататься или на лыжах. У нас еще и боковые молнии добавляют чуть больше свободы. Можно застегнуть можно расстегнуть, то есть дополнительная свобода как минимум по 3 сантиметра с двух сторон. Представляете, какая прелесть. При этом у нас очень глубокий капюшон, благодаря которому можно не использовать головной убор. Не все любят, да, боясь сломать прическу там, или еще что-то такое, но... Не хочется никакой, не дай бог, менингит подхватить, простуду, да, или какие-то вирусные заболевания после охлаждения. Накинули капюшон, он тоже на утепление. Евросинтепон. Чем чем хорош евро -сентимон? Так, все, актуальная, актуальная информация из колл-центра. Знаете, сколько осталось на данный момент? Это просто какой-то не, небывалый рекорд. Всего 250-248 осталось. Все ждали максимальной длины вот такие. Ну, по факту, пуховики. Только, внимание, вот пуховик. С наполнением и утеплением пух-перо. Сколько стоит короткие? 20, длинные? 35. И с таким наполнением пух-перо стирать нельзя. А наш пуховик на Евросинтипоне можно стирать при 30 градусах. Не промокает, не продувает. Это какая-то просто невероятная сказка за цену 4,999. А мы так хотели вас порадовать. А знаете почему хотели порадовать? Да потому что... Новый год, Рождество, старый Новый год скоро. Так хочется, чтобы вся страна улыбалась, радовалась, но, к сожалению, не получится, чтобы вся страна. Смотрите, в России 1118 городов. Аудитория шопеншоу более 50 миллионов за 10 лет, да? А... Остается меньше 230 предложений. Это пальто Фрэнсис на утепление Евросинтепон прямого силуэта максимальной длины 119 сантиметров плюс-минус 2 сантиметра. Отличный размерный ряд от 48 до 58, 4,999 по факту, это цена блузы. Как мне еще, знаете, нравится? Знаете что? Вот, ну, Ань, спроси меня, что мне нравится? Ой, какой неожиданный вопрос они не задала. Шеврон. Вот он он, королевский, только посмотрите. И ведь здесь, это вот как Геральдика, только здесь на самом деле корона такая выполнена. Вы самая настоящая королева. И подчеркнуть свой королевский статус можно благодаря вот таким деталям. Вот изысканно, необычно, по-королевски роскошно, но не перегружено декором. При этом этот шеврон не отпадет никогда. Здесь очень а, качественное крепление. Капюшон глубокий раз, прямой силуэт 2, а, плотного прилегания нет 3. Напомню, у Ксюши 50 размер, но на ней 52. Она показывает, да, что чуть больше свободно можно добавить. У Анечки 54 на ней 54 размер. Но Анечка сама сказала, хотел бы для верхней одежды, тем более для теплой, а это до минус 25, до минус 30, чуть больше свободы. Поэтому мы советуем брать на размер побольше. Глянец, сияние, блеск, глянца. Это же так здорово. Вот здесь такой, причем необычный, ну, как бы, сияние, блеск, как будто знаете, зеркальное какое-то свечение идет. Выглядит очень здорово. Теперь прошивка, вы видите, вот эта стежка идет. Она же не ровно горизонтально, она чуть-чуть под наклоном. Визуально, видите, к, к центру сходясь. То есть это тоже работает на визуальную стройность. Ну и мои дорогие горячо-любимые модницы, вы видите, вот обратите внимание, как все продумано до мелочей. Реверсивная молния, пожалуйста. По бокам молнии, дающие дополнительную свободу, пожалуйста. И все это выглядит стильно. Вот такие даже язычки крупные, но они не перегружают образ. 4 999 рублей. Это еще, кстати, бесплатная доставка. Ведь при заказе на сумму от 4 990 рублей у нас гарантирована бесплатная доставка. Вот сколько подобное пальто, пуховик на Синтипоне либо на Евро можно стоить в торговых центрах ваших городов, в масс-маркете так называемом. Но согласитесь, цены минимум от 12-15, а то и 17 тысяч зависит от бренда. У нас эксклюзивное предложение, причем нигде больше такое предложение вы не найдете только на телеканале шопен-шоу У нас, кстати, у единственных расширенный период возврата до 30 дней, если вдруг, ну по каким-то причинам вас ну что-то не устроит, в чем я сильно сомневаюсь, в течение месяца вы можете вернуть. Видите, до минус 25. Если надеть на плотный пуловер Ракетам, жилет, даже до минус 30 будете носить. Ну но тогда а, обязательно берите на размер побольше, если будете планировать надевать на какие-то теплые вещи. Давайте еще раз про цвета напомним вам, расскажем вот этот бежевый цвет. А, мне кажется, синий вырвется в лидеры, да, но мне такой еще. Да, 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 голубой при заказе. Вот это бежевый. Дальше как раз голубой идет. Вы знаете, я на самом деле мечтаю о таком пуховике. Я завидую вам, мои дорогие горячо любимые модницы. Но почему для нас, для мужиков, не делают такие доступные предложения на телеканале Шопеншоу? Надо поговорить с руководством. Следующий серый цвет я бы даже не думал, я в двух цветах бы заказал. Вот это серый цвет, это тоже, ой, как мне этот шеврон королевский нравится, вот эта корона, понимаете, геральдика. И вот он черный цвет. Ой. И погулять с детьми и на санках прокатиться и на работу поехать и пойти даже на какой-то праздничный э, вечер на торжество в любое стилистическое решение впишется этот это замечательное пальто здесь кстати у нас еще потайной карман может быть для, э, для документов да для водительских прав для мобильного телефона до минус 25 смело цена 4999 оплачивайте банковской картой еще скидка 5 процентов 4749 но э, помните да, как всегда, ничем не рискуете, можете оплатить банковской картой 5% скидка сразу, либо не оплачиваете банковской картой и оплатите при получении на почту, но ну, тогда 5% скидки не будет решать вам. Также у нас э, расширенный период возврата при заказе на сайте на сумму от 4999 рублей у вас еще появляется возможность оплатить долями. То есть эта цена, пальто Фрэнсис, позволяет, если оформляете на сайте, оплачивать долями по 25% каждые две недели, разбить оплату на два месяца. Длина. Вот смотрите, как часто так бывает, особенно я знаю в регионах, в небольших городах, когда я сам прожил до, э, скольки, до 22 лет в Кемерово, Сибирь, да, там уже до минус 30 опускалась температура. Как часто и общественный транспорт замерзает в такие холода, а вам надо ехать на работу, по своим делам. Приходите на остановку, вот я помню, порой маршрутку ждал в институт, порой ну, по 20 минут, а на морозе в 30 градусов, но это очень страшно, скажем так, да, если не утеплиться. И вот здесь тот самый случай, когда до минус 20 до минус 30, если надеть на теплый пыловер, пыловер, вам будет комфортно, удобно и максимальной длины. Я сам не верю тому, что у нас цена на пальто Фрэнсис 4 999 рублей. Как такое может быть, спросите вы, а я отвечу. Телеканал Шопен шоу напрямую работает с производителями. Кстати, образ у Анечки, вот прям по-сибирски, молодец, втеплилась. С такой шапкой из натурального меха. Шапка называется метелица. Всего 10 Шапок, метелицы у нас осталось, натуральный мех, натуральная кожа, идеальная посадка без примерки, подстройка под ваш размер головы, именно за счет того, что выверенные а, лекала и на шапку тоже, но как же это здорово сочетается даже вместе с нашим пальто пуховик. Евросинтепон на утепление нашего пуховика не промокает, если под моросящий дождь попали, под мокрый снег, не переживайте. Ой, закрылось вообще. И сразу, и сразу хочется сказать, что увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. А потому что не замерзнешь что нигде, Анечка, нигде. И ты, Ксюшенька, нигде не замерзнешь. Куда бы ты ни поехала, даже в самые сильные морозы. Смотрите, достаточно увесистое пальто, да, мы всегда говорим, то есть оно не как пушинка, но потому что вы видите, до минус 25, до минус 30 будете носить, но при всем при этом именно за счет того, что евросинтепон Полотно, волокно, которое создано единым полотном, не будет сбиваться, не будет появляться каких-то бугров. При этом вот так сложились, свернули, несмотря на то, что здесь максимальная длина 120 сантиметров, в пакет можно убрать, не займет много места. Для чего я это показываю? Ксюша, спроси, ты тогда меня для чего я это показываю? Вот Ксюша спросила: для чего? Ты, говорит, Лешка, это свернул. Я говорю, так в конце концов, ну, многие э, летают в командировку, э, к родственникам полетели зимой, э, куда-то на у отдых, дай бог, в жаркие края. Ну зашли в самолет. Ну не будете же вы в пальто, в пуховике сидеть весь полет. Вы его сняли, вот так свернули на верхнюю полочку, багажное отделение убрали. Прилетели на место, достали, развернули. И с ним ничего не случилось, ну абсолютно. Я вам так завидую. Вот че, какой это размер? Ой, мне кажется, это мой. Я, честно, вот я бы даже сам бы примерил. Потому что вот настолько стильное предложение... Ну, простите, вообще это, конечно, женское предложение, но я не удержался. Я не удержался, классно. И реверсивная молния, и молния клапаном закрывается. Вот при, мо... вот при моем росте метр девяносто метр девяносто. Вы посмотрите, даже у меня закрывает зону колена. Это я специально надел, чтобы показать, что даже и при моем росте колено закрывается, насколько максимальная длина. Вы представляете, как это здорово, удобно, комфортно, тепло. Но так как здесь женские лекалы, безусловно, рукава мне коротковатые это естественно, но на рукавах есть манжеты. Я просто не удержался, мне как захотелось примерить это великолепное пальто. Оно еще, кстати, помимо того, что оно практичное, Ой, важная информация, извините. Остается меньше 160. Все. На всю Россию. На аудиторию шопен-шоу более 50 миллионов зрителей. Всего 157 предложений. У нас даже, представляете, как графика не успевает, да, как бы меняться в плашках. Так быстро разлетается. В голубом цвете от 48 до 58 пока есть все предложения, но совсем по чуть-чуть. Также в черном цвете кто-то заказывает вместе с нашей шапкой прекрасной из натурального меха и натуральной, э, натуральной кожи метельцы шапка метелицы до минус 25. Сколько стоят подобные предложения в ваших городах? Не везде есть выбор. Порой э, в небольших регионах, городах один большой торговый центр туда завезут одно предложение, так как являются монополиста цена 25-30 и все, и что делать а есть возможность, есть выход, включайте шопеншоу. У нас часто бывают такие предложения. Хочется сделать подарок к вам к Новому году, порадовать вас. Мне еще одну очень важную информацию сейчас из колл-центра сообщили. Помимо того, что многие заказывают по два цвета, черный и синий, самые популярные, так еще и оказывается, многие с этим пальто, пальто Фрэнсис, сделали свой самый первый заказ на телеканале Шопеншоу. У нас появились новые члены семьи, мы приветствуем вас более да более 30 человек 32 человека сделали только что впервые свою э, покупку на телеканале шоп-шоу семья шоп-шоу растет мы приветствуем наших новых членов семьи ну и конечно ценим любим уважаем обожаем и наших постоянных телезрителей люблю вас итак давайте еще раз по цветам пройдемся вот этот цвет бежевый какой он яркий вы представляете как он будет подсвечивать ваше лицо вы как будто с Мальдив прилетели отдохнувшие. Вот этот цвет голубой, кто-то может быть решит достаточно практичный оттенок, да, но при этом он очень интересный, да, Ч серый. Следующий серый и черный. Вот смотрите, вот это серый, вот это черный. Но как контрастно вот эта вставка от капюшона. Вот если застегнута, ее не видно, да. Если расстегнуть, такая контрастная вертикаль. Как же это красиво! Глянец, сияние, блеск, доступная цена, максимальная длина. Ну сколько можно говорить о достоинствах? До Нового года осталось всего... Чуть-чуть, 25 дней, 10 часов, 38 минут. А до конца презентации данного предложения меньше двух минут. Ну и закончится у нас это предложение. Так, у меня единственный сейчас вопрос, просто в наш мозговой центр. А что же будет дальше? Впереди-то еще три эфира с рубрикой «Мода». Неужели закончится и это предложение, главное предложение дня второго? Скорее всего, ну еще бы, цена 4999 рублей. У нас в колл-центре очередь. Я очень вас прошу, несмотря на то, что ажиотаж вас просит подождать, не переживайте. Ожидание на линии, так же, как и звонок из любого региона, абсолютно бесплатно. Скоро оператор в колл-центре ответит вам на звонок и примет заказ. Кстати, такая длина ведь хорошо для максимальной длины юбок, платьев, да, особенно когда мы говорим о праздничных образах, когда вы едете на корпоратив, вас пригласили на романтический ужин в ресторан. В конце концов, неважно, куда вы поедете отмечать какое-то то или иное событие, вы надели длинное вечернее платье и чаще всего они, ну чуть-чуть, ну простите меня за такое слово, нелепо выглядывают из короткой верхней одежды. Вот здесь ничего подобного не произойдет. Смотрите, как выстраивается силуэт, как э, эффект даже в пуховике вот таком, на утеплении Евросинтепон, вы все равно выглядите стройнее. Это удобство, это комфорт, это максимальная длина, это хороший размерный ряд от 48 до 58. -го. Это температурный режим до минус 25, даже до минус 30, если надеть на жакеты, на кардиганы, на пуловер. Но это же подарок, по-другому не скажешь. Только что мне сообщили, что Федор Иванович из Тольятти для своей супруги заказал как раз вот в таком бежевом оттенке какой вы молодец вот как приятно что нас смотрят и мужчины тоже и они делают подарки своим вторым половинкам своим дочерям своим тещам но это же так важно заботиться о родных и близких своим мамочкам в конце концов при заказе на сайте эта цена дает возможность оплатить долями разбить на 4 части по 25 процентов каждые две недели также обладатели карты prime получают дополнительные привилегии если у вас нет этой карты, обязательно закажите ее и вступайте в клуб привилегированных клиентов. Но в таком пуховике точно все двери привилегированных клубов будут для вас открыты. У нас последняя минутка до конца презентации, даже уже меньше. Итак, мои дорогие, горчолебимые модницы, смотрите, давайте, вот у нас просто такая очередь в колл-центре, такой ажиотаж, нас просят чуть-чуть задержаться. Давайте еще чуть-чуть поговорим. Поговорим с нашими как раз моделями, потому что и важно услышать их мнение тоже. Только вот, Хочу дать микрофон Анечке. Ксюша говорит: я вообще глава кружится от этой роскоши и красоты. Аня пока держится у нас. Так вот, Анечка, удобно, тепло, комфортно? Расскажи, пожалуйста. Очень тепло, очень классно. Более того, хочу сказать, что в этом году тоже сделала выбор в пользу длинного пальто. Для меня это прям находка, потому что я приобретя еще сапоги высокие, ну, просто полностью защищена. Неважно, что там у тебя а делается. ты можешь открыть секрет, сколько ты отдала за свое пальто длинное? Ну, если не а, секрет. Ну, я бы не хотела Понятно, больше освещать эту тысяч, тему. Да? Ну, свои доходы. Ну, а, подожди, ты свои доходы, расскажешь может, тебе муж подарил, понимаешь? Да нет, ну правильно, Анечка, на самом деле, говорит, но цена там была выше, все-таки, не 5000 рублей, да, хотя бы так скажи. Ну, примерно. А, понятно, таинственность. Но э, такое бы пальто ты заказала для себя. Очень удачный, я считаю, что вариант. Если бы не успела купить сама, то, скорее всего, выбор мой пал бы на это пальто Потому что а, вот здесь очень интересная и фактура ткани Вот такие вот клепочки в виде пуговик я очень редко встречаю Что-то интересное Анечка, спасибо тебе большое Плюс притальность, которая прям фигуру очень хорошо да, собирает Анечка, спасибо так. Итак, цена 4999, это наше второе главное предложение дня которое, скорее всего, закончится за один этот эфир Пальто Фрэнси